Давно не сидел в русской чат-рулетке, это просто дичь и трэш. Просто цирк фриков. В других странах я такого еще не видел. Чего только тут не встретишь. Привет. Hi, boy. Hi, girl. Вау. Вот это тема голоса просто откончаться можно. Не, надо говорить hi, baby, вот так. Вау, вау, boy. Стой, подожди, можно у тебя узнать? Давай. Смотри, короче, ты смотрел сериал «Кухня»? Ну? Там был Лёва, такой высокий, типа помощник повара. Я не просто смотрел, я там снимался. Нихера себе! В натуре! Ну? Ты шутишь, ты гонишь, ты жутко. Не, я сейчас просто поменял прическу, у меня колпак, ну, сама знаешь. Нет, ты надо мной угораешь, да? Почему? Ты не веришь мне? Я не верю, но ты пиздец, как похож. Бля, буду. Ну, приятно, приятно. Отвечаю, очень похож. И ладно. Ты любишь сериал наш, да? Наш. Бля, я нихуя его присвоил. Чисто мой сериал, блядь. Я его снял, блядь. Я режиссер, да? Я в нем сценарист. Ну, слушай, мы можем снять более интересное кино. Вот это поворот. С чего начнем? У меня есть сценарий, кстати, готовый. Да? В общем, помещение. Нет, все начнется с чат-рулетки. Я играю песню, ты в это время начинаешь потихонечку раздеваться, и все это выкладываем на интересный сайт. Пожалуйста, давай ты пока не начнешь играть, я сейчас принесу зарядку. Да. Ты как раз играешь. И ты начнешь раздеваться. А я как раз разденусь, да. Давай, 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 неси. Блядь, я пока разыгрываюсь. Как тебя, слышишь, как тебя зовут? Раиль. Я буду называть тебя Лёва. Давай, давай, давай. Сейчас, погоди секунду. Давай. Смотри, как красиво просто. Блин, да, у тебя кровать такая круглая. О? Это что, отель, что ли? Нет, это бордель. Ха, чётко. Привет. Не жарко? Ой, не холодно? Привет! Чё ты? Ты блогер какой-то? Почему? Не знаю, знакомое лицо. Не, я хочу стать популярным блогером. Ты и так популярный блогер. Мы тебя сейчас сделаем популярным блогером. Вот, давайте. Не, ну я тебя 100% где-то видела. Ну, может, ты видела мои каверы? Потому что я чуть-чуть песни пою. Да, смотри, да, да. Если у вас есть телефон, вы можете мне помочь. Я могу снимать. Знаешь, да, снимай. Подожди. Короче, я пою песню, а вы потом выкладываете в сторис. Угу. Я пою песню, вы выкладываете в сторис. И этим поможете мне набрать, да, хорошо, подписчиков, хорошо? Да, давай. А что поем? Не знаю. Коржа любите? Да, да. А вот такую песню? Костюм на стиль, обнимай животный мир. Деньги валятся из карт, надо душу отвести. Хочется и отдохнуть, красоте элитных шнур. Только что без лишних глаз, не переживай, лови. Дымится на столе шантаж, тлит на столе шантаж. Селен ви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви, но тлит на столе шантаж. Тлит на столе шантаж. Селеви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Круто. Мне очень понравилось. Мне тоже. Скинь свой инстаграм, мы тебя отметим. Спасибо. А вы знаете эту песню, да? Да. Как вас зовут? Откуда вы? Меня Настя, ее Лиза. Лиза. Лиза и Настя. Ну, мы тебя видели в интернете. Почему всякие, типа, тикток-блогеры, типа, Егор Шип, там, Мия Бойко или Света Солар, более популярные, чем музыканты всякие? Или... Я не знаю. Что они дебилы. Погоди, не переключай, минутка полезной информации. Ежедневно вы сидите в телефоне, ребята, и вместо того, чтобы залипать в Инстаграме или в ТикТоке, просто скачайте мое авторское приложение под названием «Хижина музыканта». В нем найдете бесплатные уроки по гитаре с полного нуля
плюс вокал. Еще первый урок по баяну, разбор песни «Бумер», как научиться играть. И возвращаются традиционные разборы песен от Раиля Арсланова. Недавно разобрал «Афган» Макса Коржа и три своих авторских трека из альбома «Время юности». Поэтому качайте по ссылке в описании, работает как на Android, так на iOS. Вбивайте в App Store или в Google Play «Хижина музыканта», скачивайте приложение и занимайтесь на здоровье. «Хижина» теперь в вашем кармане. Привет. Пока. Погоди, что-то не слышно вас. Не тот наушник нацепил. Слушай, мне тебя все равно обоснуют. А, ну давай, начинай. У тебя прическа как у пидораса. Нихера себе. Спасибо, я старался. Раунд! Ошибка аборта, ебать. Ошибка аборта, ебать. Ну ты тварь, конечно. Россия, дурдомище полнейшее. Сборище говна, ё-моё. Мы просто сидим в рулетке и пытаемся друг друга найти, да. А, нифига себе, вы челлендж придумали. Я не думаю, что это возможно. Ну да, это, можно, скорее всего, сказать невозможно, да. Ой, я тоже на гитаре играю. Давай, сыграй. А у меня сейчас, я сейчас не дома, я сейчас у бабушки. А, а что за песни играешь, кстати? Ну, не знаю, там... Цоя могу сыграть, еще что-то такое. Цоя? Какую песню любишь? Могу тебе сыграть вместо тебя. Да, по-моему, не могу. А, это твоя любимая, что ли? Такое, да. Давай попробуем. Так. Давай, сейчас, я слушаю. Белый снег, серый лед. Растрескавшейся земле одеялом лоскутным на ней. Город в дорожной петле ползет их под светом звезды по имени Солнце. Ты куда ты убежала? Я здесь. Да круто, очень круто, да, молодец. Это очень круто, молодец. Спасибо большое. Че, любите, да, эту песню? Ну да, мне она очень нравится. Ладно, давайте еще один шанс, что-нибудь другое поем. Давай что-нибудь из своего, вот что ты любишь. А, из своего? Да. У меня и свои песни есть как ну, бы. Ну, давай свои. Точно? Да. Ну ладно, давай. Такая есть песня, смотри. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, я не твой. Вы ее, кстати, можете даже потом добавить к себе. Хотя бы инст напиши, чтобы... А, ну да. Готовы? К чему? К анальному сексу. Нет, пока. Ну ладно, ничего страшного. Готовы? Готовы. Че поем? Не знаю, давай что-нибудь. На ваш вкус и цвет. Да? Инстасамку, что ли, мои любимые? Давай! Давай. Липсиха, липсиха, липси, мани, маниха, липсиха, липсика, жопа, маниха, ника, жопа на доляр, писька, круши, маку, кружева, жопа на кружева. Нормально? Да. Жопа на кружева. Круто. Круто, я даже не учил. Уже хорошо, да? Уже хорошо, да. Лучше, чем инстасамка, явно. Да. Так что вы теперь мои фанатки, знаете об этом. Окей. И это откроет эту шикарную дорожку в вебкам.
Ага, и мою не работу нигде больше. А зачем тебе работа, когда ты будешь зарабатывать огромные деньги? Вот и все. Аргументы пошли. А он тебе будет петь, а ты раздеваться на веб-комбот, и все, муж и жена. У нас дуэт классный получится, да? Я пою, а ты на заднем фоне раздеваешься. А что это она на заднем фоне? Она раздевается, ты стоишь, поешь на заднем фоне. А, ну я вообще не против, как бы, куда он захочет встать, туда встанет. А ты знаешь что-нибудь из Короля Шута? Да, знаю. А что знаешь? Да. А ты знаешь? Почему вот так, типа, разбежавшись, прыгнуться? Кукла-колдуна? Да. Ну, как иначе. Я знал, что это песня, я специально не говорю. Это единственный вопрос, который я знаю. Это уже третья песня. Не, я это не выложу, так что раздевайся. Ты это обещаешь, наверное, да? Он всем это обещает. Нет, к сожалению, у Ютуба есть свои правила, так что я не могу выкладывать. Это для личной коллекции. Будешь тысячный. Нет, будешь первый. По чесноку. Да. Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь, чудеша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. Вчу я комнату тайком, желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной, меняй нелюдимая облик твой. Чихни, вольница, ты иди, зачем тебе охотиться на людей? Дальше. Друзья, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Посмотрите обязательно основной выпуск, если еще не посмотрели. Подпишитесь на канал, напишите, какая реакция вам понравилась больше всего. Подпишитесь на мой инстаграм. В нем я выкладываю ежедневно свои тренировки, мысли, философию. И обязательно вступайте в наше сообщество ВКонтакте под названием «Хижина музыканта». В нем найдете мемчики на тему гитары, баяна, музыки. Можно пообщаться и обязательно присылайте свои каверы, разученные по моим разборам. Мы опубликуем на стене. Пока!